Йоу, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Крошка, Окрошка, Секрет, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня буду играть на карте, которую сделал Секрет. Помогал ему Гусанёк и Максим. Они очень старались, поэтому я буду играть сегодня за аниматроника, самую любимую рубрику «Аниматроники пугают охранника». Погнали. Для начала обернись. Ух ты, ё-моё, это что, я? А чё я некрасивый такой? Посмотри на свои глаза. Смотрите, что еще здесь есть, слушайте внимательно. Привет, дорогой друг, ты играешь на карте FNAF, созданной специально для Димас ТВ, разработанной такими людьми, как Секрет, Гусанёк, Свич и я, Крошка-Крошка. Приятной игры. Максим, это что ты? Это я. Давайте еще быстренько покажу, что здесь есть, и я буду брать аниматроника и мочить пацанов. Они добавили такую пасхалку, внимательно слушайте. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в FNAF. Даже взяли и зафотошопили, типа я сижу, здесь какой-то аниматроник у меня в хате сидит. Это я делал. Это Максим. Остальное мы показывать не будем, все пасхалки, я вам покажу уже, когда я буду играть за аниматроника. Пацаны, начинаем! Очень давно мы не брали аниматроника в Security Breach, а особенно пилпаки. Сегодня я буду брать их и мочить пацанов. Смотрите, что здесь еще какая комната есть секретная, я ее вижу. Вот разработчик, нифига себе, тут что, 5000 человек участвовало? Прикольно сделано. Блин, там две, вы специально, да, так делали дверь, что я не могу теперь пройти. Да. А я не могу снаружи ее открыть? Нет. Так, я теперь должен очень красиво обманывать пацанов, и это самый легкий аниматроник, который может быть. Ладно, забираю свои слова назад, он не очень легкий. Так, он в этом, в приватной комнате. Он у аниматроников. Вот ого, вы сколько тут всего добавили. Молодцы. Вы сказали, что вы шарите в этой теме. Да. Ой, ничего, стой, 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 ничего не видно, ничего не видно. Пошутил. Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вы уже сейчас поставили лайкосик, подписались и залетели в наш дискорд, чтобы вместе орать и веселиться. Пацаны, а зачем вы открываете двери постоянно? Мы кнопку не смогли поделить. Молодцы, моя школа. Я пока мисс аниматроника и менять не буду, все равно вы постоянно... Блин, виноват, виноват! Да я, блин, случайно думал, что я уже зашел, но моя нога уже там была. Все равно нечестно. Ой, вижу его, вижу. Я сейчас хочу вас очень красиво обмануть, чтобы вы не ожидали, откуда я буду идти. То есть мы по камерам что... не видим тебя, То есть мы по камерам не видим, да? Закрой дверь, дует. Дима, дует, я же вижу тебя по камере. Контакт. Ну, а зачем вы дверь открыли? Зачем? Я так понимаю, что здесь дверь очень быстрая, и кнопка реагирует мгновенно, да, просто? Да, да. Она даже прибить может, ну-ка, тест. Да. Вот. 5 на 6 дверями. Выйди с туалета. Я вам сейчас покажу пасхалку, которую они добавили. А что дверь не открывается? А нажми на Сквидварда за. Сквидварда. Обернись. Добро пожаловать. Обернись. Прикольно сделал. Все, мне его ждать, он сейчас просто выйдет. Заходи. Нет, зайди. А, заходи, заходи. Кентафорик, ты где? Опа. Я внутри. Вот это музычка. Идет. Он меня не убьет? Не знаем. Давайте сразу проверим. Же. Нет. Он жизни тратит, когда я подхожу. Ничего себе, он вынес у меня 2000 жизней за одно касание. Давай к нам быстро. А, он же у нас. Ой. Ну что, пацаны, закрывай. Вы готовы? Давай, кентафурик мой, замочи их. Да. А я тут трич. Я живой. Я ж охрип. Я живой. Ну понятно, он не будет своих убивать. Эх. Нет. Ребята, это очень круто. Сейчас буду РПшить, прям красиво играть. Что-то протопили мы. Ого, у меня дверь отнимает 340 жизней. Это что за дверь такая стрёмная? А если очень долго стоит, то оно тебя убьет. Ну, открывай! Ну, открой! Ну, пожалуйста, открой! Я тебе кое... Я не буду убивать, я обещаю. Да, блин, хотел обмануть, не получилось. Да. Где он? Ну уйди отсюда. Ну нажмите кнопку там. С левой стороны кнопка и зеленая. Подожди. Зачем?
А я знал, что у вас есть предатель, который за аниматроников тоже играет в одной команде со мной. Ребята, усложняем ситуацию. Сейчас берем других аниматроников совсем жестких. Ой-ой. Я уже слышу этот звук. Грозный. Опа. Так давай я секрет буду закрывать правую дверь. Окей. Только не играйся. Он здесь. Закрывай. Да как ты успел? А мне ногу отстросило дверью. Ну, чё так. Ты пополз? Вон он ползает. Блин, плохо вам нельзя камеру отключить, я бы на крысу подлез бы. Ну ты можешь свет выключить, и у нас будет темно в камерах. У меня тоже будет темно. Я плохо вижу в темноте. Блин, я же закрыл. Хорош. Отлично, плохо, ребята, закрыл. Посчитайте обязательно, сколько раз они слились. Ну пока что мы умеем, да, мы проигрываем. Это в туалетах ничего нету? Напишите это число в комментариях. Совершенно молодец. Усложняем еще ситуацию. Осторожно, ребята, он сейчас уже не шутит. Опа. О, марионетка пришла. А это я еще не... Это я еще не брал невидимого. А я успею зайти, если ты... Я сказал, что я успею. Ты думал, что так дверь быстро работает, что я не успею? Да ты просто жмешь W. Это Максим, ты жмешь левую кнопку мыши. Не играйся с дядей. Ладно, палец если отпусти. Ты хочешь по-жесткому, то окей. Ага, подожди. Молодец. Что за ракеты играют со мной? Я не понимаю, почему вы так слабо играете? Походу из-за дверей, из-за того, что они такие быстрые. Саня, смотри по камерам, а я... Да я правую дверь буду держать. Опа. Не. А я очень быстро. Смотрите, как я могу теперь обманывать. Опа. Ага. Обманешь. Ага. Один выход не хотите, да? Да. Вышел. Я сейчас белую нажму. Вышел с класса. Так, блин, не получается. О, все. Сейчас будет самый сложный левел, который вы могли видеть. Что это? А, невидимка. Закрывайте дверью. Обе. Вот хитрый, смотрите, маску одел. Прием, докладываю по рации. Ну, выйдет. У нас туда. Тут... Открой! Маски не было. Поздно. Открывай давай, мы сейчас тебя убьем. Тут мой брат. Открывай. Подожди, всё. Я маску надену. Я ухожу. Все, пацаны, откройте. Блин. О, нет. Как же это круто. Так, вот теперь непонятно, где он. Повезло. Вот он ты. Без маски выходить нельзя. Что ты тут стоишь, я ж тебя вижу. Опа, стоять. Кто, я в маске, отстань. Стоять, говорю, сюда. Вот ты, блин, хитрый какой, а. Ребят, что-то они натренированные сильно. Давайте возьмем кого-то вообще жесткого. Это жестко? Очень. Да я обосрался уже. Кстати, она не бьет. Ой, она бьет, ладно. Я проверил, видишь, бьет, я не знал. Иса. Слабый аниматроник, очень слабый. Саня, ты нормальный? Вот аниматроники, нормально. Которые я забыл, когда вообще использовал, но они у нас есть. Ой-ой, это же вообще жесть. О, папит марионетка. Да. У нее такие щупальцы прикольные, это анимацию кто делал, красавчик. Всегда отлично. И ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. А, кто-то опять сыт. Сегодня мы играем в FNAF. Я его обманул. Ах ты хитрый жук! Да тут секрет! Все, пацаны, с этого момента маски не действуют. Этот аниматроник может видеть всех, кто в маске и без. Что ты в невидимость-то вошел? Так это самый сложный левел. Вот он стоит. Фонариком видно через стекло. О, блин, палится, да? Да. Ух ты. Хорошее эти стекло, значит. Тарлик пошел. О, вот он, балун. Балун балабол. Балабол.
Блин, как же мне попасть к вам вовнутрь? Так, давайте будем думать, как их можно оттуда выкурить. Так, сейчас. Так, стоп. Вон он на камере, чекайте по камерам. Дима, появишься, стреляю на портал. О, молодец! Ах ты. Ах ты ж. Я вам даю 5 секунд выйти. Надо убегать. 5, 4. Все, это мой офис. Ха-ха, теперь я здесь буду выживать. Не имеете права сюда заходить. Это мое все. Дверь мне сделал. Как ты зашел? Вы что, дверь снаружи открывать можете? Нет. Ну выйди оттуда. А все, вышел. Все, пацаны, я в этой, в комнате выключения света. Ты че летаешь? Обманщик. Обманщик это ты, потому что нельзя летать. Надо ходить ногами. О. Ой. А, не, этот видит. Ах ты, блин, не успел. Все, моя цель сейчас подловить. А ты смотри, хитро умные какие. Че, об угол задержался, да, не прошел? Мы вы две двери закрыли. Я твою тень вижу. Так, две калитки закрыты, а? Дима, попробуй меня найти. Я знаю, что я могу сделать. Включи фонарик и смотри в угол. Нет, пацаны, я придумал, как я могу вас замочить. У меня есть очень хорошая идея. Опа. А, я знаю, что он может сделать. А что вы хотели? Вы же сами эту пасхалку запилили. Темно, ничего не видно. Пацаны, сюда быстро. Быстро. Тихо, я его вижу, где-то тут глаза. Саня, заходи быстрее. Он так прикольно смеется. Он сейчас дверь сам откроет, да? Да. Черт. Не, вот эту вот дверь мы оставим для отхода. Так, идет. Нет, я буду вас ждать сейчас, пацаны. Дверь. Мы вас окружаем с двух сторон. Я говорю, оставь ее. Нет, он там. Эй, есть, замочил. Сейчас он с той стороны придет, готовьтесь. Эй, ты вонючка. Так громко идет. Дверь не открывается. Ай, класс. Отлично. Блин. Отлично, я вас смог слить. Кошмар. Да ты жопа. Какой жопа? Давайте, объявляем вам войну. Погнали. Победит сильнейший. Да легко, иди сюда. Да, пацаны, стой! Стой. Вижу. Почувствовал. Почувствовал, да? А вы что это гоните? Что делаете? Я же новый аниматроник. Так надо его найти, ребят. Найдите его. Панику. Опа. Ну-ка. Нельзя, говорю, сюда заходить. Где? Да я поддался специально, еще хочу. Еще один раунд. Давай. Ну давай. 3-2-1. Да пацаны, ну это нечестное оружие уже. Ой, все честно. Правильно, бей своих, чтобы чужие боялись. Да дайте выжить! А вот теперь мы с вами поиграем. Я слышу, где-то тут. Вижу. Так. Да ты жопа. Я теперь буду мстить тебе. А где он? А он не в этой комнате. Ага, все. Точнее, не в комнате. А! Да ты запекал своим пекалем, а? Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, кто победил, аниматроники или охранники? Будет интересно почитать. Потому что я думаю, что выиграл я. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока.